Всем большой привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу поделиться с вами таких песочных печенье без яиц. Для наших печенье нам понадобится мука, тут уже разрыхлитель, мед, сахарная пудра, ванилин, ванильный экстракт, ну тут паста ванили, соль, молоко и сливочное масло комнатной температуры. Берите масло хорошего качества, от этого зависит вкус. Первым делом хорошо разомнем наше сливочное масло. Все, теперь сюда отправляется сахарная пудра. Соль. И ваниль, ванильный экстракт. Все хорошо перемешивается. Сюда же отправляется мед. Немного соберем все со стенок. Теперь сюда просеиваем муку. И как я говорил, тут у меня же мука с разрыхлителем. И на этом этапе добавляем молоко. Все, друзья, вот такое вот прям мягкое тесто должно у вас в итоге получить. Видите, оно как, даже не знаю, если вот, знаете, кинетический песок, можно с ним так сравнить. Вот такое вот состояние. То есть муки сюда уже больше добавлять не нужно. Все, ну, тесто наше готово. Теперь надо будет рабочую поверхность хорошо припылить мукой. И чтобы у меня было ровно, буду опять свои планки использовать. И вырезать я буду вот такой вот штукой, плунжер. Я как-то показываю, у меня есть азиатское печенье, но вот этим вот буду вырезать. Тут разные насадки, если вот сегодня остановился на вот такой вот насадке. Если кому интересно, это вот на AliExpress можете зайти посмотреть, там их много. И также хорошо припыляем мукой вот эту часть. И вырезаем. То есть функция, я просто сначала вырезаю, а потом вот этим штампиком уже рисунок создаю. Вот такой.
такого вот характера получаются печеньки. И все на поднос. Ну что, друзья, печеньки мои сформированы. И теперь перед тем, как выпекать, минут на 15 отправляем в мороз. Морозилку, куда... То есть перед тем, как выпечь, надо будет его заморозить. И после того, как 15 минут поставил в мороз, отправляем в заранее разогретую духовку на 180 градусов минут на 15-20. До такого золотистого цвета сильно не коптите. Все, друзья, печеньки мои готовы. Как я говорю, выпекались они у меня 15 минут. И сейчас пока переложу на решетку, чтобы остыли. И видите, как получились. Ну, сейчас они пока горячие. Потом, как остынут, покажу, какие получаются. Что, друзья, печенье мои остыли, и смотрите, как он выглядит. Он такой, знаете, ароматный. То, что сливочное масло такое, знаете, сливочное печенье, даже можно сказать, сливочный запах такой стоит. И вот такой вот рецепт сейчас еще покажу. Видите, какой внутри получается. И, как я и сказал, готовится просто, как сами видели. Такое домашнее, вкусное печенье. Хотел показать. Он рецепт такой простой, что, знаете, может даже ребенок приготовить. Так что готовьте такие печеньки, радуйте себя и своих близких. А у меня на сегодня все. Чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал. А я желаю всем хорошего дня и до новых встреч. Всем пока!